Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня хочу сделать обзор следующего участка, который я маленько сделала пересадки. Посадила новые растения и рассадила свои старые растения. Смотрится сейчас так. Не знаю, как будет громкость. У нас надвигаются вот такие тучи. И поднимается ветер. Ну, попробуем снять. Так, здесь у меня крупнолистная гортензия. Распускаться собралась. Так, здесь у меня смотрится так. Отсадили мы первую гортензию. Вот не знаю, или метельчатая это, или древовидная. Она ни разу не цвела. И вот отсадили ее. Дня 4 или 5 назад. Ну, две веточки, конечно, там немного повредили. А в общем, стоит прекрасно. Скальный можжевельник мы пересадили туда. За можжевельником там, конечно, бардак. Я потом все приберу. И жимолость подстригу стеной, чтобы смотрелось красиво. Так, перед можжевельником сюда сидит барбарис зеленый. Потом надо, наверное, все-таки подойти, показать и саму, чтобы знать. Так, здесь у меня вот такой лилейник цветет рядом с барбарисом зеленым. Здесь у меня мискантус. Здесь вот у меня позавчера пересадили вот эту гортензию и ту гортензию пересадили позавчера. С большим комом земли пересаживали. Ну, ничего, все нормально. За стволы уже не трогали. Маленько, конечно, она прибаливает, но ничего страшного. Цветоносы цветут, все нормально. Макушечки только маленькая. Но сегодня я их не поливала. Надо будет полить. Так. Здесь у меня. Здесь, ну, это колиус. Это крупнолистная гортензия вот такая. Ну, здесь не смотрите, у меня бардак. Викторию начала обрабатывать. Так, здесь новый лилейник. Там флокс растопыренный белый. Так, здесь у меня... Так, что? Здесь у меня персиковый лилейник пересадила из-под эхинацеи махровый и красный. Здесь у меня вот такой флокс. Так, здесь у меня тоже лилейник. Рудбекию я не стала выкапывать, выдергивать. Жалко стало. Столько времени росла, и выдернуть всегда успеем. Отцветет, и потом, пока она не мешает. Здесь я пересадила вот такой лилейник тоже. Оттуда, где эхинацея махровая, красная. Ну, здесь у нас красота, гелениум цветет во всей красе. Сверчки поют, воркуют прям. Здесь у меня цветет. Такой лилейник, там такой. Ну, здесь лапчатка кустарниковая. И вот эта лапчатка кустарниковая белая. Подскажите мне, пожалуйста,
почему белая лапчатка кустарниковая не кустом растет, а стелится. Вообще ничего понять не могу. Вот. Так, здесь у меня сидит гибискус садовый. Так, между гортензией и лилейником сидит туя. Название буду потом говорить, потому что некогда за ними нагинаться. Так, туя, потом гибискус, потом лилейник. Вот. Это туя Тедди. Так, здесь у меня вот такой можжевельник. Там у меня флокс варигатный. Так, здесь у меня можжевельник. Там под баночкой сидит кустовой княжик. Так, это ванила фрайс. Вот такая красота. Так, здесь у меня сидит флокс, так, шиловидный белый. Это у меня колокольчик, платикодон. Ну, это мультифлора хризантема. Здесь я посадила сиренево-голубой флокс. Это я пересадила с черенковой клумбы, ну, грядки. Здесь тоже мультифлора. Так. Здесь у меня ива хакура нишики. Так, здесь у меня тоже туя. Вот такая красотка ванила фрайс. Сюда я тоже подсадила иву хакуру нишики. Это с черенков мои. Так, здесь у меня посажена, от дочки привозила, крупнолистную гортензию голубую. Так, здесь у меня сидит и хиноцея махровая какая-то. Она еще не цвела, вот только собирается цвести с прошлого года. Так. Ну, здесь у меня розочка с черенка с позапрошлого года. Так, здесь у меня посажен мискантус зебрина. Так, там у меня посажена скумпия кожевистая. Здесь у меня гречавка сиреневая. Здесь у меня флокс тоже с моих черенков, сделанные с прошлого года. Но они цвели, конечно. Здесь у меня лобазник махровый белый. Так, здесь у меня посажена туя. Ну, это желтая. Так, сюда посадила я из черенков, которые в прошлом году посадила, крупный вот такой флокс. Он у меня уже отцветает. Вот. И посмотрите, какая красота. Какие красавицы. Рудбеки. Эхиноцея махровая. Господи, что попало, собираю. Ну, здесь уже много-много обстригло растений. И сейчас смотрится так. Мне надо будет убрать два лилейника. Этот лилейник и вот этот махровый лилейник, мелкоцветковые такие. Вот. Так, ну и все. И сейчас пройду
и посмотрим издалека, как смотрится. Ой, поднялся ветер. Сейчас, наверное, ливанет. Так, здесь у меня смотрится так. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь вот такая лилия распустилась, а здесь вот такая лилия распустилась. Ну и смотрится так. Так, всем желаю крепкого здоровья, хорошей солнечной погоды, красивых цветов, богатых урожаев. Всем всего доброго и до свидания. Пока-пока. До новых встреч.